Почти половина тех, кому этой весной в Татарстане скажут годен, отправятся в ряды сухопутных войск. Еще массово наших ребят ждут в военно-морском флоте, воздушно-космических силах и ВДВ. Всего в этот весенний призыв повестки получат 18 тысяч татарстанцев. Из них для службы отберут почти каждого шестого. Возраст новобранцев, как и ранее, от 18 до 27 лет. Новшество этого года – призывники из запаса. То есть те, кого раньше признали ограниченно годным, могут снова добровольно прийти на медкомиссию. Когда они в свое время были призывного возраста и сумели получить вот эту негодность, а когда он приходит устраиваться на работу, они говорят: нет, извини, дорогой, нас это тоже не устраивает. И государство пошло навстречу этим ребятам. То есть он пересвидетельствуется, у него нормальное здоровье, мы его ставим на воинский учет, призываем на законных основаниях, он проходит службу, и, пожалуйста, все дороги для него открыты. Основной упор при наборе в армию будет делаться на призывниках старших возрастов и тех, у кого высшее или среднее профессиональное образование. За работой призывных комиссий будут следить военные прокуроры. Ну, военные прокуратуры, в первую очередь, усилия сосредоточены будут на том, это, конечно, на проверке законности решений призывных комиссий о призыве граждан на службу, либо об отказе призывать вооруженные силы, иные воинские формирования, а также доведение положенных норм довольствия. На призывном пункте новобранцев должны переодеть в военную форму, офисный комплект, соответствующий роду войск. Также выдаются телефоны, банковские карты и набор призывника со средствами личной гигиены. Первая отправка татарстанских призывников намечена на 18 апреля. Призыв продлится до середины июля. Срок службы, как и ранее, 1 год. Дмитрий Иригин, Марат Сейдгараев, ТНВ, Казань.